Насколько качественно приводятся в порядок улицы и городские территории? Справляются ли коммунальные службы с поставленной задачей по уборке снега в городе? Это основные вопросы, рассмотренные в рамках выездного совещания, которое провел глава Заречного Олег Климанов. Мы по четырем направлениям сегодня отработали. Это наши дороги и улицы, которые обслуживает КБУ. Ну, с учетом того, что понимаем, что снег идет, каждый день идет много, ну, можно точно поставить оценку удовлетворительную, то есть проезжая часть очищена. Есть вопросы к выездам, вот, наличию снежных валов, которые убирают. Мы видели, что снег вывозится, но КБУ дано задание привлечь еще дополнительные подрядные организации. Во время объезда глава города обратил особое внимание на работу управляющих компаний. На внутриквартальных территориях продолжается борьба с последствиями затянувшихся снегопадов. Есть дворы, которым можно поставить оценку хорошо, есть те, где удовлетворительно, но также работа ведется практически по всем дворам. Там, где еще нужно принимать какие-то меры, управляющие компании в курсе. Мы посмотрели, есть дома, на которых образованы сосульки. Также работа в этом направлении управляющими компаниями ведется. Я их попросил, чтобы они более активно работали в этом направлении. Кроме того, в рамках выездного совещания глава города проверил состояние пришкольных участков, пешеходных и парковочных зон городских учреждений культуры и спорта. Здесь существенных замечаний у Олега Климанова не было. А вот к руководству некоторых торговых точек возникли серьезные претензии. В городе остаются магазины, владельцы которых недостаточно хорошо заботятся о комфорте своих покупателей и не организовывают уборку территорий. Этим представителям частного бизнеса предстоит серьезный разговор с руководством муниципалитета. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».